Выбрать полезный подарок для своих защитников просто, если сделать это в «Ломбарде Титан». «Ломбард Титан» для всех и каждого. В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На улице Воровского камера зафиксировала, как девушка на кроссовере аварийно припарковалась. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Сегодня в ней самые заметные видеоролики уходящей недели. На улице Воровского дама на Kia не рассчитала габариты своего автомобиля и зацепила Volkswagen. На улице еще раз и на территории торгового центра столкнулись два лихих водителя. В Нововятском районе очевидцы наблюдали, как водитель КамАЗа ехал с поднятым до упора кузовом. Хорошо, у нас троллейбус. На сигналы автомобилистов шофер грузовика не реагировал. В итоге, по словам очевидцев, он повернул в дорожное управление, снес провода и врезался кузовом в газовую трубу. Дурак, я тут... Да и не ответь. На улице Московской водитель Скании, чтобы не врезаться в попутные автомобили и не сбить пешеходов, зацепил припаркованную пятерку. Круто, не пропускают. Пострика, чё? Так вы чё, куда смотрите-то все? Бестолковые тихо. Такие. Чё, он зацепил таким? Нет. Зацепил не надо. Нет, он зацепил ту машину. На улице Свободы водитель «Газели» не заметил, как снес зеркало «Фольксвагену». С места аварии шофер фургона уехал, сейчас его ищет полиция. На трассе водитель «Митсубиси» с камерой не рассчитал дистанцию до фуры, которая остановилась, и уехал в кювет. На улице Карла Маркса водитель кроссовера не соблюдал дистанцию и, видимо, решил, что шофер на 14-й проедет перекресток, но тот остановился. Вызывать инспекторов ДПС водители не стали, через несколько минут они разъехались. На улице Дерендяева молодая мамочка выбрала крайне неудачное место, чтобы сходить в туалет. Напротив машины с регистратором и у выхода из офиса энергосбыта. Михаил Вагин, место происшествия.